Первые противопаводковые работы провели областные спасатели в Лосогорском районе. В устье реки Медведицы сотрудники МЧС подорвали лед. Такие работы в потенциально опасных в период половодья районах проводятся ежегодно. Вскрытие кромки льда взрывным методом спасатели проводят для предотвращения затора снежных масс у мостов и переходов во время весеннего ледохода. Между тем, паводок в Саратовской области, по предварительным прогнозам, начнется в апреле. Огонь! Сейчас видно, какой взрыв будет сейчас.